также вот наши, они у нас крестились, были у нас и живут сейчас там. Так вот вы бы могли общаться, потому что... Ну, а я вот в основном как-то на Дмитрия вот вышла, на Смирнова, и вот как-то вот у него тоже мама верующая, и поэтому я вот как-то с ним вот, ну, приеду, общаюсь, и мне как-то как бальзам на душе, и все, и я вот как-то это... И здесь я... Мир вам. Знакомьтесь, вот Игнат Тихонович. Да. Добрый день. Может, не так. Ну ладно, ладно, садитесь. Ну ладно. Может, как-то не так, уж простите нас. Просто, во-первых, волнуемся. А во-вторых, конечно, никогда с этим, как сказать, и не сталкивались. Как вот сама шла по себе, как дома могла, так и молилась. И поэтому вот как-то... Ну это хорошо, что вы сегодня пришли, потому что последний день канона Грицкого, и вы вот послушайте, у нас брат читает и... На русском как... языке, то есть да, понятно. На русском будет, языке, да. Все понятно, поклоны какие делаются, и посмотрите... Дальше. Да. Татьяна Кузьмична, может это и подвязать второй платок-то им более, чтоб не поклон. А я смотрю, а я думала уже вроде бы у них... Нет, они... Нет, а как? Да ничего, ну, лавочки нету, сейчас я посмотрю. Я что-то не взяла, была какая-то... Да ничего, сейчас сестры, там у них всего полно. Ты мне скинешь, я не могу найти у себя. Ты понял, что? С чего печатал последний? Я так посходи, но не очень красиво. Где решать? У кого? У тебя же было, ты же знал. У тебя, ты можешь посмотреть сегодня? Посмотрю. А, ну вот скинь тогда, не забудь как-то себе счет. Я не знаю, куда моя делась, но эта юбка была всегда для... подходила всем. У нас сейчас цвета правильные. Да, я подвел. Подвел нормально. Спускается. Вот, могу спустить.